Волонтеров для отлова медвежонка-сироты ищет житель Камчатки. Трагичная история крохи, которому в очень раннем возрасте пришлось столкнуться с потерей матери, до глубины души тронула Юрия, и он решил отыскать малыша. По словам мужчины, Косолапова согласились принять сразу две организации – в Москве и под Екатеринбургом. А для того, чтобы найти медвежонка и передать в надежные руки, нужны люди. Юрий уверен, малыш не мог уйти далеко от места, где погибла его мать. Скорее всего, он продолжает ходить по уже изученным тропам. Именно поэтому поиски медвежонка нужно организовать как можно скорее. Все желающие присоединиться к группе волонтеров могут обратиться к Юрию по номеру телефона, который указан на экране. Напомним, речь идет о трагической истории, которая развернулась на 227-м километре трассы, ведущей от Милькова в Петропавловск. Там проезжающие мимо водители заметили медвежонка, сидящего у тела мертвой матери. Пушистый ребенок не отходил от медведицы, прижимаясь к ее боку. Когда на место происшествия выехали специалисты Минлесохоты, малыша там уже не было.